Здравствуйте! Вы меня помните? Я ваш лечащий доктор. Вы помните свое имя? Алёша. Алёша. Какое ваше настоящее имя? Мама меня называла Алёшей. Сынем и сынем нищих. Алёша. Алёша. Нёх-нёх-нёх. Минем и сынем. Ашрафуллин Айдар Елнурович. Мы наблюдаем диссоциативное расстройство идентичности, так называемое раздвоение личности. Нурович, что с вами произошло? Я родился в набережных Челнах. После школы поступил в Ижевскую государственную медицинскую академию. На третьем курсе пришла она. Летняя сессия. Она сделала меня таким. Помните ли вы что-нибудь хорошее? Первый зачет. Гиппократ. Актив. КВН. Я помню все, друзья, учеба, актив, КВН. Конкурсы и победы. Слышишь, доктор? Победы!